наши трое, горы нас строят. И если ты на трон настроен, мы тебя расстроим. Всем привет. Всем здравствуйте. Сегодня воскресенье, 20 января. Мы, короче, с вами опять на связи. И у нас есть две новости. Ну, у нас, в принципе, новостей много. Вот едем, одним словом, чтобы много не говорить, едем сейчас в Синева. Это такая у нас есть лаборатория. Будем сдавать, не будем, будет Серега сдавать конкретно на генотип. Анализ по гепатиту С, потому как хотим продолжать заниматься. Вот начали заниматься спортом. Сереге, блядь, слабость хуярит, блядь. Ну, короче, что-то он себя не бодрячком чувствует, блядь. Может, накрут, может, нет. Но дабы знать это все, едем сейчас, будем сдавать анализы, потому как у кого там, ребята, гепатит С, да, не отлаживайте. Не откладывайте, то да. То есть тоже там лучше сдавайте сразу. Ну, уже будем знать, какой генотип и всего, и все остальное, то уже и будем знать, и какое нужно лечение. Конечно, ну и за лечение у нас тоже есть планы, в дальнейшем все будем рассказывать. Да, будем рассказывать вам, будем показывать, как мы лечим, чем лечим, как проходит это все, потому как нас смотрят много людей, у которых, ну, которые такие же, ну, как да, и мы, конечно, у которых есть гепатит. Много у кого гепатит. Это много будет кому интересно, по-любому, ну, и полезно. Будем показывать, не стесняясь, будем рассказывать все как есть. Да, ну и в целом, то есть хочу описать вам, ну, какое у меня чувство, то есть, ну, тошнота вот именно часто. Ну, тошнота, тошнит, слабость, то есть именно, может, я себе еще что-то накрутил, ну, раньше ж не накручивал, но вот в последние моменты, особенно когда вот подурачусь, допустим, блин. Ну да, вот вчера на стриме попрыгал, там вроде казалось, там, да? Да. Или там вот тоже позанимались спортом. Ну, не то, что мы там какие-то супер нагрузки делаем, но обыкновенные, по большому счету, блядь. Нету той энергии, у меня, допустим, нормально я себя чувствую. Серега как-то, короче, не ну, сильно бодро. Ну да, начинает какая-то вялость появляться, слабость, ну, и тошнота. Так что, ребята, ну, кого есть, еще раз скажем, гепатит? Не проверяйте, да, и вообще какие болезни, да. Идите, ну, начинайте как-то следить за своим здоровьем, потому как здоровье это самое главное и нужно. Но я тебе, Серега, скажу, что, бля, гепатит гепатитом, но надо тоже бросать курить. Да. Обязательно, потому что я знаю по себе, на печень долбит никотин очень сильно. Контролировать, что хаваешь, то есть диета. И... масса еще моментов, которых это же не просто, ну, так, много что... чего надо, еще не привык к себе, знаешь, именно таблетки, относиться. Таблетки, блядь, так. Это не панацея, блядь. Надо тоже контролировать, потому как болезнь, ее практически вылечить невозможно. То есть только контролем над собой. Ну, все, ребята, тогда вот едем в клинику. Рассказывай, Серёг. Не видно, правда, лица твоего. Это специально, блядь. Короче, приехали. Во-первых, нам сказали, что анализы такие сдаются до 11 утра на голодный желудок. А во-вторых, приехали. Короче, поздно не приехали. Не просчитали, воскресенье, да. И закрылось. Ну, нам обычно в голову что-то стреляет именно. Как обычно. Как обычно. Стрельнуло, поехали, да? Да, стрельнуло, поехали. Ну, на самом деле, мы не будем сдаваться. Не, мы завтра приедем. Мы завтра приедем завтра утром. До 11 утра. Сдадим анализы. На голодный желудок, ты помнишь? Потому что, ну, мне иногда, ну, такое впечатление, братан, что, ну, с нашим подписчиком, знаешь, моя печень намного важнее, чем мне. Согласен. Ну, именно, знаешь, мне как-то и не в жилу. Мне говорят, что там шаман лечит печень? Печень, шаман, печень, печень, ну, гепатит, шаман, гепатит. Да, больше получается, и... люди за тебя переживают, да. Чем ты сам за себя. И мне, бля, становится в натуре неловко, что я именно в натуре такая мразь именно, блядь, вообще, блин, тупо. Даже не беспокоюсь о своей печени. И печень мне уже начала кричать. Раздуплись. Да, уже ой, просто, ну, я услышал маяки печени, потому что, ну, тошнота появляется. Аппетит именно, ну, какой-то именно вообще. То есть аппетит, то нет. Ну, не, ну, такой аппетит, как у меня раньше, когда я только спрыгнул, знаешь, именно в натуре был жесткий аппетит. То сейчас я не ощущаю именно, ну, такой именно от еды, знаешь, именно кайфа. Ну, да. То есть, как-то так. Прошел. Печень это очень важный, оказывается, орган. Серьезно? Ну, ну так что, смотрите, как шаман лечит, играет со своей печенью.
Ребята, на самом деле это не шутки, не заигрывайте с печенью и не шутите со своим здоровьем. Да. Потому что здоровье это очень важно. Конечно. Будет здоровье, все остальное уже можно нажить. Конечно. Бабки это там. Так, это налепки. Да. Настроение, все уже от этого зависит. Если здоров, ну, все остальное у тебя можно. У тебя есть, братан, куча бабок, а здоровья, блядь, у тебя нету. И ты не можешь уже ничего поделать. И что ты будешь? Печалька. Типа, якобы говорят, некоторые будут жить на последнюю, типа, знаешь, как это. Есть даже настроение. Ну, взять на все, как этот говорил, взять на все бабки, что остались, да. Там, да. Все попродавал, взять, устроить, короче, пригласить друзей, устроить гулянку, да. И в конце выпить яду. Да. Разве что. Да не, ну это, блядь, в натуре, это кончелыжная хуйня. На самом деле, надо беречь свое здоровье. Понятно. Поэтому все. Завтра, короче, продолжение следует. Да, завтра в 11, до 11 часов утра мы забацаем этот анализ. И у нас, ну, есть идеи, бля, как мы будем в дальнейшем, бля, бороться с этой болезнью. Ну, конечно. Но все карты не будем раскрывать, потому не, не, что... Не. Нельзя. Надо да. Вовремя эти доталово держать, короче, козыря. Конечно. Да, козырнуть надо вовремя тоже. Да. Ну и там посмотрим, что, как мы будем бороться с этим гепатит, ну, да. Гепатитиком с этим. Посмотрим. Прикиньте, анима ни хрена. Блин, что-то тошнит. Прикинь, тест, короче, показал. Ну, когда-то, там же показывают вирус, ну, да. Знаешь? Остался вирус, да. Антитела. Антитела. А прикинь, нема ни хрена, я схожу именно, блядь. Мне печень стучится. А я хожу, сука, с гепатитом, блядь. Да, да. Вымышленный, блядь. Ну, дай бог, чтоб так и было, короче. Чем меньше... Конечно, меньше канителей. Блядь. Да. Ну все, ребята, смотрите нас, будь добру. Будь подписывайтесь добру. На инстаграмы, контакты.